Он сказал «поехали», и все побежали. 12 апреля в разных городах страны прошла акция «Волонтерский космический забег» в память о том, как в 1961 году Юрий Гагарин бесстрашно отправился покорять безвоздушное пространство. Ивановские студенты и волонтеры преодолели 4,5 круга стадиона Энергоуниверситета. Сегодня на стадионе мы проводим забег на 1957 метров. Как известно, в 1957 году началась космическая эра. И сегодня молодежные общественные организации и студенты нашего региона принимают участие в этом символическом забеге. Первые на дистанции девушки. Результат здесь не самое главное. Важно почувствовать значимость самого события. Погода прекрасная, ветер помогает, прохладно. Ощущения прекрасные. Очень приятно, что проводятся такие мероприятия, особенно в такой день. А вот парни – настоящие борцы. И если с первым местом практически изначально все было понятно, в лидерах на протяжении всей дистанции студент второго курса Энергоуниверситета Александр Волков, то за серебро развернулась настоящая баталия. Людям, в принципе, нравится смотреть на спорт, да? Это как-то привлекается эта сила. И здесь параллельно говорят и об истории, и о важных для людей каких-то знаковых событиях. И получается, что имеется возможность через что-то простое донести что-то сложное. Это действительно здорово. Для лидеров забега, как и положено, пьедестал почета, дипломы и медали. Это их маленькая личная победа в память о большой победе настоящей личности Юрия Алексеевича Гагарина. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.